Куда я еду? Я еду в Лепу. Я вот готова в каждый угол заезжать и там гулять и снимать. Мы уже в Липае, в Либаве. Мое любимое. Вообще, на какой-то момент может показаться, что мы в Риге. А можно, пожалуйста, зайти? Вот он открывается прямо тут перед нами. Какая роскошная сосна. Спасибо. Мне сообщили, что здесь нету пешеходного перехода. И вот, пожалуйста, макет. Бегу к девчонкам. Ну что, да? Ну что, просто я постою вместе с вами, как будто бы я тоже была. Хочу тебя терять. Не вы. Вода холодная. Да? 50 евро? Я в Лепе. Понятия не имею, который час. Шатаюсь тут. Я вот сейчас понимаю, насколько много мы гуляли везде. У нас какой-то оказался очень великолепный двор. Ровно в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он тра-ла-ла-ла-ла-ла и очень удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и Прованс, та-ра-та-та-та. Просто сейчас 7 утра, голос неразговоренный, нераспетый. И я. Куда я еду? Я еду в Лепу. Боже, я впервые буду ночевать без детей, собак. Без собак. Без детей я ночевала уже. Но с девчонками, с крутыми, с которыми ты можешь быть самой собой. И вот я такая сама соба с девчонками еду в Лепу. Сережки забыла надеть еще, но сейчас я надену, да, они не с собой все. Вот, так то едем. Они уже там блинов нажарили, уже сидят, меня ждут, я опаздываю. У нас, кстати, вчера ночью у нас отключили электричество, потому что опять кто-то поджег общагу. Ну, вот эту знаменитую рядом с нашим домом. И ночью я, значит, экстренно проснулась попить и поняла, что у меня не включается телевизор. Естественно, гаджеты не заряжены, которые я перед поездкой ставила все на телефон. Ребенка взрослого одного оставляю. Соседка сейчас сказала, что у них еще что-то просохнуть должно. Просохнуть это вообще не представляю, когда. Поэтому я надеюсь, что все-таки хорошо, что у нас пауэрбанки хоть чуть-чуть заряжены были. Ну, едь уже, тетя. И что включат электричество скоро, потому что даже у нас плитка индукционная, у нас даже пожарить нельзя ничего. Я даже кофе не пила с утра. Вот такая вот ля-ля. А то нет, ладно. Ну, столько, сколько необходимо. Ты можешь душ. Ну, да, да. Это прикинутый статик, между прочим, там еще второй этаж какой-то. Репортаж. Все, как обычно, меня уже все ждут, а я это искусством занимаюсь. Ну, тут как хорошо, тут прям мы в Каугаре на статике. Видишь, искусство? Искусство. Да, еще сверху смотри. Красиво. Мужчины. Не подведите. Так, у нас сменилась музыка. Водитель, значит, сменился. Музыка стала громче. Потому что просто радио кончилось. Нам даже пить не надо. Не надо. Здесь мы едем, и радар умный, про который я рассказывала, в который ты можешь въехать на одной скорости, не превышая ее, доехать до следующего, он по времени смотрит, как ты едешь. Это НЛО! Это журавли из Польши. Ага. Ну, улетать собак.
собрали, заморозки обещают. А всем родом ты будешь дуть! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Я точно не поняла, где мы, но кажется, в Салдусе. Так, все пошли есть вот эту вот ерунду и еще по делам. А я пошла прошвырнуться, передо мной вот ястребы летают, два прямо вот в городе, но вы их не увидите. Камера такой не заснимает, мне что, бедра устали, заморозились сидеть машинки, мне поэтому вышло прогуляться. Ну как вот, я вот готова в каждый угол заезжать и там гулять и снимать красоту всяческую. Смотрите, какая прелесть, и она здесь прям повсеместно. Видели такую машину? Клевая, да? Это просто Хесбургер. Вообще, я вот еще в туалет не зашла. Вообще, очень прикольно. Очень. Я пришла застирать свои модные штанишки, потому что кофе на них выпрыгнул в машинке, да. Это он еще быстро едет, он с мигалкой. 38. А что кушать, гребешки или корешки? Она не смотрела, это что сейчас? Когда ты? Она говорит, нет, я не знаю, что. Они искали плащ. Нашли сплошное разочарование. А тут картошку надо чистить. Я снимаю, она вот так делает. Типа, чтобы не задела голову. Мы уже в Липае, в Либаве. Я вижу, да. О, и в Потейто приехали. Людям, хотящим дать. Мы разве здесь тогда кушали? Понимаешь, трамвайный путь, тебе не смешно? Ну что, мы в Липае? В Либаве? В Либаве? Очень красиво здесь. Это... Это бесподобная архитектура лепойская, эклектика, повсеместнейшая прекрасная эклектика, сочетание всех архитектурных стилей, это очень красиво. Девчонки уже посчитали, что я отделилась, но я действительно не могу пропустить такое, тем более есть я еще не хочу. Мы жрали всю дорогу сюда. Мое любимое. Я, наверное, не очень правильно делаю, в неположенном месте дорогу перехожу. Ну, мне надо попасть на одну очень маленькую улочку. Паста Ела, улица Почтовая. Так, здесь как-то подозрительно газом пахнет. Ломбард. Это очень красиво. Вообще, на какой-то момент может показаться, что мы в Риге. На одной из рижских улочек. Такие балкончики. Так, девчонки там, в ресторане «Потато». «Потато». Ну и я тут такая, значит, тут вон еще какой-то старый тайзел. Не знаю, что это такое. Я есть счастлива. Еще, конечно, такое волнение присутствует.
боже, какая тут подворотенка обалденная. А можно, пожалуйста, зайти? Это подворотня котов. И трубочистов, и такие грозные коты. Как здесь хорошо. Так писать нельзя. И отрежут. Очень красиво. Главное, чтобы меня, как в Риге, на Гертрудес не закрыли. Вообще, на этой стороне тут еще вот такая, мурал такой. Выходим. Дойду до большого янтаря. Лелайс Дзинтерс, тут концертный зал. Он очень красивый архитектурно. Там на берегу реки тоже всякие красивые домики, постройки. И побегу к девчонкам потусоваться. Есть я реально не хочу, я вообще мало ем. Ну, последнее время много, но мало все равно по сравнению с другими. И вот он открывается прямо тут перед нами. Как-то я даже совсем недалеко прошла. Красиво, правда? Так интересно, 103-я серия, дом, и тут такая постройка. Вот там перед нами открывается вид на гостиницу «Променад». Очень красивая самобытная гостиница. Ну, пожалуйста, вам эклектика. Как я уже показывала, там 103-я серия, которую не видно, здание. Вот, пожалуйста, тут такая красота. Вот здание. Дальше деревянная застройка, улочка. Новейший построенный Лелайс Дзинтерс концертный зал. Там народ, молодежь и подростки. Старая постройка. И вот, пожалуйста, хрущевочки. Опять же, вон какое-то фабричное здание. Это улица, по которой мы шли, очень красиво. Вот хрущевочки, кстати, сдавалась квартира. Какая роскошная сосна. Мы ехали по дороге в Лепо, было прямо холодно. Здесь так тепло. Вот это у нас табуретки, скамеечки. Насколько я понимаю, в Лепе вообще очень большое количество арт-пространств. Я полагаю, что здесь живет очень... Спасибо. Мне сообщили, что здесь нету пешеходного перехода. Ну, так я не жду, чтобы машины остановились, но здесь зато есть пандусы. Зачем-то, для чего-то. Поэтому же я могу идти. Могу. И я думаю, что прямо много здесь живет творческих людей. Еще один немаловажный факт. Как оказалось, мы сегодня в Лепе, и Гуар с Марком, с родителями, сегодня тоже в Лепе, и они как раз, мы не договаривались, они как раз остановились в променаде. У меня всегда остается незакрытый гештальт, если я не иду куда-то до конца, до самого. А я не иду.
Можно использовать как скамеечки эти ступеньки. Вот такая здесь инсталляция интересная. Что означает, можно прочитать по этому штрих-коду. А еще здесь вот я, мое отражение, описание, в том числе на русском языке. Ну, не будет видно, наверное. Макеты самого и города. И вот, пожалуйста, макет. Макет города. Река. И туда море. Здесь такие номера интересные. Я обязательно найду где-нибудь в интернете, может, с сайта, и парочку вам покажу, приложу. Вот, можно, наверное, экскурсию взять, пожалуйста, кого интересует. Лепая. Так. Очень красивая, как это назвать? Прогулочная дорожка. Лепецкая Марина. Бегу. Бегу к девчонкам. Вообще распогодилось, уже пора раздеваться, прям жарко. Не знаю, что у меня сегодня за кофейный день. После того, как я вымазалась один раз кофе, я... Следующим шагом, что сделала, вылила кофе на себя. Еще раз, вот у меня, пожалуйста, пятно, да? И вылила кофе еще на Нану. Очень неудобно себя чувствую. Ну ладно, не было бы приключений без таких приключений. Бегу к девчонкам. ЗАГС местный. Хорошо. Постирочная дубль 2. Я ж теперь вся в кофе. Прошли тоже она. Я знаю, не знаю. Ну да, знаешь. Но она красивая. А я? Хорошая, перестроившаяся в машине женщина. Да, и вот теперь, знаешь, по лепу ездим. Как красиво, ярко так. Да, где вы были? Да, нет, ну прямо по ворам. Обязательно давайте. Там единственное, там пожрать нечего. Ниже. А давай им сигналим? Да, ладно. Приморский парк. Он очень красивый. Я вам его показывала уже. Это мы парковались. Мы идем к... К чему мы идем? А, к Гэе.
Павильон. Павильон Вэя. Мы идем к Вэя-павильону, мимо стадиона, за стадионом, там какие-то соревнования. Ой, как красиво, девочки. Мне очень нравится, что через всю Лепую вот эта дорожка идет вдоль моря. Это очень красиво. А, это футбол, я видела. Ой, посмотри, раздвоение личности, я бы сказала, дороги точнее. Я надо знать места. Я вообще-то хочу их нашить. Но это я покупала. У меня еще синие есть от дочки. Отдала, она очень хотела. Это в Заре. Знаешь, вот меня бы кто так снимал. Ой, как пахнет морем. Я давай снимать, а у нее шнурок развязался. Ой, какой запах на море. Мы специально шли к этому к этим ветреным воротам. Здесь, кстати, настоящее море. Сообщаю еще раз. Здесь не залив. Да, он кривой, так надо. Угу. Ой, как хорошо, люди! Просто великолепно! Я тоже хочу, чтобы меня снимали. Меня лично снимают. Нет, просто сняться. Да, вот мы тут, ты нас это... Давай, мы тут. Давай, мы тут. Лепая бич. Вот, смотри, это как раз кафе для нас. Да. 130 тысяч? Ой, девчонки, как там фоткаются. Меня тоже сегодня чуть-чуть снимают. Возвращайся обратно, желтенькую сделай линию. Чуть-чуть обратно. Ага, я буду такая уходить. Саша Бардо, ваш прогулочный блогер и лайф-блогер. Из Лепой мы поехали с девчонками. В конце сентября, сегодня настоящее лето, мы вышли на море, мы даже не ожидали такой температуры. Машина показывает 28. Пахнет настоящим морем, это прекрасно. Я вот уже в двух микрофонах. Впереди идут девчонки и полнейший кайф. Я хочу, а им пофиг. А что ты хочешь, чтобы сняли? Себя с вами. Что ты с нами. Да, как будто бы я с вами, знаешь? Я думаю, зачем тебе сумка такая большая? У тебя там вот эти... У меня там все. Сейчас моя. Все, да. И меня. Нет, сидите. Да. Круто.
Что делать надо? Ну, что надо делать? Ничего, просто я постою вместе с вами, как будто бы я тоже была. Что мы танцуем? И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Все, другую? Давай, включай. Стаса Михайлова, девчонки. Сейчас поймем, сейчас все будет. Сейчас. Вам еще рановато для Стаса Михайлова. Мне? Если вы бы знали. Да мне 48, девчонки. Нет, девчонки, у меня Стаса Михайлова. Это 130. Во. Это я себя поснимать стала. Ты знаешь, что 21 век, я все подработаю. Это энергичный Денис. Вау, 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 вау. Очень хорошо. Что-то сгорает. Да, да, вот это, вот это. Очень хорошо. GoPro, стоп, съемка. Просто съемка, просто. GoPro. GoPro, съемка. А, здравствуйте. Ой. На меня прицепили мохнатку. Все сначала повторить. О, как мне быть? Я не хочу тебя терять. Я не хочу тебя терять. О, как мне быть? Идем? Так, дети, я забираю. О, как мне бы. А я садилась на эту буковку. А я встану. А может, ночь не торопи. Так, как? Где твоя? Можно? Короче, мне надо знать. Вот в Лепое тоже у людей есть вывочки. Вот так. Готова? Вот. Давай, меняй позу. Очень шляденькая вышечка. Так, все, это Лепое. Так, две буквы, а ее не видно. Так, все, фотку. Тоже можно поставить на паузу и прочитать об этом объекте информацию. Главное, купальщица нашей тусовки. Закатала штаны по специальной технологии, чтобы они стали покороче. Вот, обратите внимание, вот, короткие штаны. Очень-очень, да, от эта технология. Да, угу. Такая. Нам скоро за нее премию дадут, за эту разработку. Она говорит какие-то матерные слова, заклинания какие-то. Давай, купайся. А я, да, купаюсь, иду. Вода блестящая, суперическая. А-а-а! Как люди купаться пошли, реально! О-о-о. Очень холодная вода, очень, очень. Но прозрачная и чистенькая. Это я прям как держу штаны, ты снимаешь? Очень хорошо. Меня снимают и тут, и там, показывают, точнее. Я сама сюда дошла, на лыжах. А, уже все? А я все думаю, что меня снимают. Ну, не такая уж я и популярная, как бы, да. Спасибо, детка. Хотя можешь, что хочешь. Уже не будет. Вода холодная. Но я уже привыкла, кстати. Что ты хотела, не будет? Все девятся, откуда у меня еще одна сумка, а у меня еще одна сумка, а у меня еще одна есть, рюкзачок. Ой, девочки, как хорошо, а?
Лукошечка, главное. Потому что все смешалось в доме Облонских, и совершенно сменился климат. Облонский. Увет королевы Екатерины. Да, 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 что-то, что-то такое, да. Водички мы попили. И, ой, смотри, какая красота. Ой, какая красота, да. Фикуленовые, люблю их прям. Там так красиво, очень на нашу природу похоже. Нулевого китайца. Не полтора миллиона, а 3,5. Вот реально, пацаны, которые сдавали, он говорит, он взял его. 50 евро? Да, ну сезон как бы не то самое. Кафе там мы тут не парковались. Я выгнала с парковки и кафе к дверям подъезжать. Я представляю. Там чердак. О, да, да, причем все. Да, да, в моих снимаешься. А, снимаешь твои. Да. Гонорар не получаю. Сейчас я великом перееду. Ничего, велики должны остановиться в пешеходной зоне. Нет, так как я сама лесопист, я бы не запрещала. Отлично. Новое, просто году отремонтировано. И что? А у него какое-то заграждение существовало при этом? Какое заграждение? Это детский городок. Не, ну там прям так. А, там. Все эти. Условия танцующих соснах. А горка, смотри, как интересно. Ой, в тенечке хорошо. Тенечки помешают. Так, ну что? Внезапно. Как мы ехали полдня. Внезапно. Сейчас глобус. Вот такие вот штучки. Агрегаты для питья здесь есть. Мишенька. Девчонки. Точно? Глобус Латвии. Я влепая, понятия не имею, который час шатаюсь тут у нас дома. До сих пор нету электричества. Как оказалось, все соседние дома нашего района уже подключили. А от нашего дома к этой общаге, которая горела, аж под землей горел провод. И никак. И, значит, последняя новость на сегодня. Пытались провести к нам по воздуху. Ничего не получилось. Сейчас, наверное, придумывают что-то с генераторами, типа генераторы поставить на наш дом. Я говорю, ну ставьте генераторы уже, что-нибудь сделайте. Я не знаю, существуют ли вот эти инженеры, о которых идет речь, но сейчас некие инженеры обдумывают вариант, как же нам подвести электричество. Буду держать вас в курсе, кто такие инженеры, не знаю, узнаю, скажу. Насколько много мы гуляли везде. Влепая. Нет, вот мы сама, да? Да, сколько вот мы здесь были. Смотрите. Ну там набережная, мы сейчас выйдем. Да, какой темный. Отреставрировала. А справа какой офигенный. Мы сейчас прямо к домику выйдем. Не, он темный был, я поздно заметила. А, мы тут ехали. У нас какой-то оказался очень великолепный двор. Мы сейчас пока неправильно припарковались, но мы еще перепаркуемся. Очень красиво.
Очень красиво. Очень. Очень прикольный пол. Скажу, люблю и это. Почему тише? Как сказала одна блогер, которую я недавно слушала, она сказала, что подъезд дома, вот эта вот атмосфера, она должна сообщать. Я дом такого-то года, ты вошел в меня, берегись. А сейчас мы зайдем в прекрасную квартирку, ощутимся в другую атмосфере. На зеркалах.